На территории Спаса Ефимиева монастыря у нас уже многие годы работает магазин, в котором мы продаем лоскутные изделия. Продает здесь клуб «Суздальский лоскуток». Клуб «Суздальский лоскуток» известен тем, что был организован один из первых в России в 1991 году. У истоков этого клуба стояли женщины города Суздаля. Организовала этот клуб Фаина Николаевна Краснова. И вот уже на протяжении более 20 лет мы держимся единым коллективом, работаем с удовольствием и здесь представляем свои вещи на суд зрителей. Желающие могут купить эти изделия. Кому нравится, могут просто сфотографировать их, увести себе картинку на память и просто впечатление о Суздале. Здесь большое количество представлено всевозможных игрушек, вот мягкие игрушки. Мы очень любим котов. Котов огромнейшее количество, они все разные, все такие вот очаровательные, добрые. Много представлено лоскутных панно, лоскутных одеял, прихваток, грелок, на чайник, одеял. Все сделано с большой любовью, своими руками.